Еще один особенный продукт, который заслуживает того, чтобы о нем сказать отдельно, это гель для ног Виватон. Название, конечно, гель для ног, то есть первоочередное его назначение – это именно работа с ножками, с гудящими венами, с усталостью в ногах, плюс дезодорирующий эффект за счет содержания эфирного масла чайного дерева, ну и гелевая текстура, которая позволяет этому средству очень хорошо впитываться и глубоко проникать. Мы настаиваем на том, что ножки – это, поскольку самая дальняя периферия, то есть вообще у нас кровеносная система в ногах работает наиболее затрудненно. Если вот на тепловизоре посмотреть человека, то ноги будет – это самая удаленная, самая холодная часть тела. И, соответственно, там кровоток наиболее затруднен. Поэтому ногам очень хорошо уделять дополнительное внимание, делать массаж стоп и так далее. Но вот гель для ног – это замечательный продукт Виватона, который позволяет содержать ножки в очень хорошем состоянии. То есть и вены, и внутреннее состояние сосудов, и защита идет плюс ко всему, и от грибка. Мы не говорим, что вы грибок вылечите этим средством, оно для этого не предназначено. Мы говорим о том, что в качестве профилактики, в качестве использования его как профилактического средства, конечно же, гель для ног, содержащий и виватон, и эфирное масло чайного дерева, будет создавать очень неблагоприятные условия для существования любых каких-то патогенных микроорганизмов, которые нам с вами не нужны. Вот. Но первое его назначение – это снятие именно напряженности, закисленности в мышцах, в тканях и так далее. Поэтому гель для ног, он очень любим многими, очень любим. И причем наши же люди, которые вот у нас покупают, они говорят, а почему для ног? Нам рассказывают, что его используют великолепно в качестве либо маски на лицо, либо, если тонким слоем наносить, в качестве основы под крем. И особенно хорошие результаты и отзывы мы слышали от людей, у которых те или иные воспалительные какие-то процессы есть на коже, экземы или гнойничковая сыпь или еще что-то. То есть они говорят, что ну замечательно. И вместо желе косметического под любой крем мы вот желе косметическое рекомендуем как базу питательную. Вот точно так же вы можете заменить на гель для ног. Потому что очищающий эффект, очищение пор и санация тканей, поддержание их в хорошем состоянии здесь тоже очень важное значение имеет. Поэтому вот гель для ног рассмотрите для себя шире, чем просто работа с ногами, но ноги прежде всего. И здесь даже не просто тонким слоем мы наносим достаточно большим толстым слоем и впитываем, он очень хорошо впитывается. Это не крем, это именно гель, поэтому он впитывается очень хорошо, глубоко проникает, потому что любые эмульсионные составы, если это крема, они, конечно, имеют меньшую степень проникновения. Поэтому гелевая структура для восстановления ног прекрасно работает. У нас очень много отзывов по этому гелю, именно с точки зрения того, что усталость в ногах снимается. Мы рекомендуем даже вот такой вот момент, как спа для ног. Стопа же у нас это открытые ворота, то есть фактически работая со стопой, мы с вами работаем со всем телом. И на ночь вот сделайте, проведите такой эксперимент, густо намажьте стопы гелем для ног, заверните в пищевую пленочку и оденьте тепленький носочек. Вначале не очень приятно, это все мокренький, да, какой-то там, но сделайте это вот раз-два в неделю. Стопа за ночь отдаст большое количество токсинов. То есть вы увидите, насколько ноги через ноги пассивно, ничего не делая, вы просто спите, вы просто лежите. А процессы очищения, процессы санации вашей крови, лимфы, они будут идти через стопу. В принципе, это можно сделать с любым другим желе Виватон, использовать его таким же образом. Но вот гель для ног имеет ряд преимуществ, конечно. Это эфирное масло и все-таки очень богатый состав. Именно поэтому мы его
вот отдельно так решили о нем рассказать. Поэтому попробуйте и расскажите. Кстати, регистрируйтесь у нас на сайте, и все, что вы будете ощущать, что у вас будет происходить, рассказывайте, потому что сейчас настала пора, когда нужно делиться этой информацией, нужно совместно и согласованно действовать. Все, что мы будем улучшать в наших компаниях в плане состава, мы будем делать на обратной связи с вами, то есть учитывая ваши пожелания, ваши идеи, мы очень открыты к взаимодействию. Поэтому регистрируйтесь, пишите отзывы, обсуждайте, там у нас есть форум, и все это будем обсуждать. Где я смогу тоже отвечать на вопросы, если они будут возникать. Так что добро пожаловать!